Всем привет, парни! Эхо такое в голосе, потому что я в коридорчике. В коридорчике у меня стоит две колонки, не поверите. Называется Пионер. Две туровые колонки. Вот с таким вот дефектом. Видите, XLR сюда воткнулся. И назад уже не выходит. Вот тебе и Пионер. А что это мы теперь музыку дома будем слушать на профессиональных колонках? Или это какие-то профессиональные колонки прикинули с Пионером. Хотя я думаю, что... Вот видите, ручка такая красивая. Вот. Хотя я думаю, это китайцы так вот придумали. Говорит, ребят, любите Пионер? Вот покупайте теперь. Покупайте Пионер. Играйте на свадьбах на нем. Мы больше не бытовое оборудование. Мы теперь делаем... Да класс, черпотреб. Ну, давайте попробуем их послушать и вынять отсюда XLR. Кстати, обе колонки с одинаковым дефектом. Они съели разъем. Раз. Два. Скажите, вот профессиональная колонка высокого уровня может сожрать разъем? Практически нет. Ну, я встречаюсь с таким в Behringer'ах очень редко. Ну, есть. Пионер, мне кажется, звучит гордо, но, как казалось, уже нет. Уже не особо-то и гордо. Поэтому сейчас будет подставка под световой прибор, я думаю, больше. А мы его еще и откроем внутри и посмотрим, что же у него внутри у этого. Потому что за сеткой там такой виден такой большой рупор, это как бы солидно. Ну и динамичек. И динамичек мы тоже посмотрим. И немножко померяем. Посмотрим, что написано про эти колонки всемирной сети интернет. Мне нравится здесь надпись PowerSoft. Это, конечно, серьезная заявка на звук. Как-то они сбрендировались с Пионером. Сейчас мы его откроем. Посмотрим, что там за PowerSoft. С гнездом я разобрался. Я думаю, что пружинку вот эту вот надо будет... обходиться без нее. Можно поставить новое гнездо с этим зажимом, но вернется все к тому же самому. Так, в принципе, входом этим практически не пользуется, но он будет работать. И при вырывании кабеля он просто выскочит, а не заклинит, как было. Это останется вот такое же. Сейчас мы его проверим тоже. Он держится. И вынимается он тоже так не очень красиво. Вот, а здесь вот он будет выниматься легко. Я думаю, с этой задачей справились. Сейчас мы его разберем. Так, что мы тут видим внутри? Вот мы видим динамички. 200 ватт, 4 Ома. Вот тебе и киловатт. Ну, такой рупорок приличный. И какой-то неплохой драйвер. Вот он, 50 ватт, 8 Ом. Так, а здесь у нас получается у нас тут PowerSoft модуль. Вот он так запакован. Его откроем, посмотрим, что за этой решеточкой. XP-RS12. Да, в самом деле, похоже, это PowerSoft-овский стиль. Вот даже на трансике оно написано. Ну, по идее, маломощный усилитель двухканальный. Ну, раз 200 ватт динамики, 50 ватт драйвер. Здесь мощность не нужна особая. Интересно, на чем он сделан, это я посмотрю более внимательно. Ну, вот так, такой модулек двухканальный, компактный, с блоком питания. Чего ж не делать. Под таким громким именем. Прямо так все вот патентит. White Mode Man, PowerSoft, Audio. Вот он. Моделька его. Сделан там в таких вот транзисторчиках. На ключиках таких. Так интересно, они сделали радиатор через плату. Ну, мощности небольшие, D-класс сильно греться не будет.
Вот четырехногие такие сборочки. Вот этот канал точно так же. Ну, технологии, прямо скажем. Сделано, конечно, красиво, прилично. Вот не знаю, дорого-богато или нет. На этом, наверное, все. Буду я его собирать. В принципе, еще одна колонка, в которой застрял XLR. Не буду повторяться. Выниму XLR, уже разбирать вторую не буду. Мерить я тут ничего не буду, потому что, ну, этот производитель обычно не врет. У меня PowerSoft еще лежит. Там, правда, все немножко посложнее. Там 4 киловатта. Вот. Ну, а здесь 200-ваттничка такая примитивная такая штучка. Единственное, что чтобы его разобрать, надо отстегивать на 3 разъема. Так, немножко они, потому что они здесь вот понавешали фильтры, которые не дадут кабелю выйти. Ну, это просто надо знать. Наверное, на этом все. Вот обзор такой колоночки. Всем пока.